Мне чище все. Я не могу больше. Я ясно. Привет, друзья! Всем привет! Вы думаете, что мы так странно сидим? Почему вам не помахали рукой? А руки у нас связаны и находятся за спиной. Наша мама решила нам задать сегодня пару испытаний. Так называемый челлендж без рук. Да. Да. Мама, мы готовы к твоим испытаниям. Заряжай нам первый тур. Что же мы должны сделать, интересно? Боже, что это? Похоже на помидорки. Мама, это что, помидорки? Да, это помидорки. А почему у всех по одной, а у меня две? Ты потому что большой мальчик. И что? Мне что-то бровь чешется. Тимур, потише мне бровь. Ну, хорошо. Итак, приступаем. Раз. Два. Три. Три. Папа ушел. Кто язык показывает первый? Артём. Папа. Это было легко? Это было легко и запросто. Ну хорошо, тогда посмотрим, что вы скажете дальше. Что у нас здесь, клубника? Да. А видите, что у меня больше клубника, по-моему. Да. И чуть больше. Гораздо больше. Ну что ж, готовы? Да. То же самое, что с помидорками. Да. Раз, два, три. Поможешь тебе? Артём! Да ты у нас мастер по поеданию. Тимурка первый был. Я второй. Второй. Да, ладно, я третий. Как, размялись немного? Это была вкусная клубника, я решил съесть её за Тимурку. Приступаем к третьему и самому сложному. Еще сложнее? Еще сложнее. Надеюсь, такой же вкусный. Будет вкусно. Тортики! Вкусно! И молочко. Ну, молочко можно запивать. Мам, тебе не кажется, ты переборщила с тортиком для папы? Ну, у папы два кусочка, папа большой. Ну, папа большой, но папа до этого ни разу не выиграл. Большой. Ничего себе. Ну, придется постараться, папуня. Я вас чешется не могу. Тимурочка, во что можно тебя распутать? Подожди, подожди, честно тебе. Уже лучше, немножко. Ну что, можем приступать? Да. Все готовы? А молочко у нас есть, можно запивать? Можно запивать. Ну что, чемпионы? Тимур, Тимуру молоко все выпить не обязательно. Молоко это, чтобы легче шло. Мам, видно какой это торт? Надо впереди начать. Ну что? Готовы? Да. Раз. Два. Какой огромный торт. Три. Какой вкусный. У всех разный вкус. Я должен попить. Боже, он налил. Где ты? Угу. Ты. В этом случае надо быть крокодилом. Тимур, давай. Хоть молоко еще не держится. Ну, сколько крема. Люблю крем. Любите крем? Это мне. Мой торт назывался тирамису на носу. Наверное. Ну, теперь на носу. А мы назову... Пипи. Твой вишневый торт. Тима, а ты что не кушаешь? Мы же на скорость. Мы же победим. Я не могу кожу поднять снизу. Поднимай языком. Чем? Не надо вот так быстро жить. Я не могу его поднять.
Тима на тарелку уезжает. Кушай, кушай. Вкусный тортик, Тимур, вкусный тортик? Артём, вкусный? Угу. Ой, ну, ты с ним побежал. Но без руки я не могу скушать тортик. Тимур, надо быстро-быстро есть. Ну как этот кожик поднять со дна? Ну поднимайся. Я не могу, правда. Тимур, ты меньше смейся, больше ешь. Смотри, Артём же тоже догоняет папу. Да почему? Смотри, упадёт. Сейчас я вот сделаю. Чемпион по поеданию тортов. Тимурка, давай. Артём, вперёд. Надо было поставить другие условия, кто чище всех будет. Тут бы папа точно не выдержал. Мне чище. Я не могу больше. Ясно. Папа, подставь. Можно сказать, что все. Мы уже определили победителя. Я победил! Не знаю, что попить. Я больше не могу. Ну, исходя из того, что мы видим, папа победил, а Тимур с Артёмом примерно на равных. Папа чемпион, дай тебе соломку еще. У Артёма с Тимуром осталось плюс-минус одинаково. Возможно, у Тимура чуть-чуть меньше. Как подвинуть стакан? Ну что? Ха! С кем вы решили связаться? Боже. Что там взорвалось в животе? Тирамису. Ну вот, такой вот у нас сегодня челлендж без рук получился. Кто победил, решайте сами. Я считаю, что победила дружба. Вкуснотища, да, Тимур? Да. И на этом поставьте лайк, если вам понравилось. А если не понравилось, поставьте дизлайки. Да? Угу. А лучше не надо. Тимур, что там, косточка от вишенки? Серьезно? Сплюнь туда, тарелку. Вот так. Теперь ты можешь попрощаться? И всем пока!